Ты готова? Да. Хорошо. И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1959 года, воплощенная на Земле. Один, два, три. Да, Юля, Снимаются все маски. Голограммы Фантом пристает перед тобой впервые в данном виде, согласно своему эфирному коду ДНК, и выходит из биоробота. У меня на голове огромный спрот. Наборется с ним. Понятно. Мы ей сейчас поможем. Отлично. Защищаем э, биоробот защитным потоком из чистых энергий абсолютно. Берем Юлию на время работы. В защитной скафандре вместе с Тонкой Юлией поднимайся в комнате диагностики. Один, два, три. Да, мы здесь. И на счет три отправляется Спрут в клетку-тюрьму. Один, два, три. Да, будет так. Угу. Он в клетке, но на ней остались слизь. И сила моего намерения, я даю команду, все сейчас, что находится на чистоте спрута, любая слизь, любые подключки, чипы, датчики, все, что он оставил на его чистоте, начинает выходить из биополя Юли. Один, два, три. Давай на себя все нити энергии спрута. Один, два, три. До последнего микрона все выходит из ее биополя. Как отрава выходит слизь. Как отрава, говоришь? Да. Отлично, хорошо. Как яд? Считай информацию, это яд? Но он показывает, он ее вот жрал, очень большое. С да? Угу. Считай информацию, как долго он сидел? Десять дней, что ли? Дни или, или что? Сколько ты сидел, Спрут? Двенадцать дней. 12 дней, хорошо. Шар сформировался, Вера? Да. Отлично, открывается портал в галактическое ядро, Поднимем. он улетает в галактическое ядро на счет 3, 1, 2, 3. И мы приветствуем Юлию, интересуемся, готова ли Юлия к диагностике, доверяет ли она нам свое биополе на период сеанса. Да, верит. Хорошо. И на счет 3 сканер начинает сканировать все 7 тонких тел Юлии. Находит любые чипы, датчики, импланты, конвекторы. Любую чужеродную энергию моментально загораются ярко-красные маячки, выстраиваются каналы, ведущие в клетку тюрьмы. Ответственные по этим каналам Силам его намерения притягиваются в эту клетку, и становятся ее заложниками. Один, два, три. Скеннер начинает сканировать все семь тонких тел Юлии, находит все. У меня два канала: один к спруту, другой к дракон красный. Дракон красный. Сколько дракон сидел? Читаем информацию. 15. 15 дней. Хорошо, 15 дней. Значит, он открыл Юлию, защиту пробил, а Спрутяра залетел на свет. Считай цифры над головой у дракона, пожалуйста. 1, 2, 3. 506. Я не понял. 506? Угу, да. 506. Хорошо. Так. Сканер закончил работу, Вера. Посмотри, пожалуйста. Да, закончил. Все, два канала у нас, да? Хорошо, я обращаюсь к дракону, на ком основании ты находишься в биополе человека, который прочитал намерение о манифест, о своих свободах, заявил и сказал, что каждый интерферент, который будет входить в его биополе, будет уничтожен. На ком основании ты зашел? Он показывает. Страх он мне вызывал. Я спрашиваю, на каком основании ты за что? То, что ты в ней Без вызывал. Основания. Без основания. Отлично, в моих руках загорается печать дракона 1, 2, 3 на полную мощность. И дракон получает удар 200 тысяч герц. Удар. Не агрессирует. Влад, дай ему удар, чтобы он лег на пол. Один, два, три. С удовольствием говорю. Пожалуйста. Дракон просит остановить. Хорошо, Влад, остановись. Печать остается включенная. Я спрашиваю, на каком основании ты, паразит, зашел в это биополе? В общем, она читала манифест и вырабатывала определенную энергию. Да, она все правильно делала. И ты пришел ей мешать в этом? Так получается. Получается, значит, что ты паразит, просто вор чужой энергии. Правильно я понимаю? Жалкий вор, который пришел воровать у человека его энергии, мешает ему сформировать защиту. И за это дракон я тебя уменьшаю в два раза. Силами его намерения да будет так. Один, два, три. Да, будет так. А так и есть. Готово. Хорошо. Переходим сейчас к этому наглому огромному спруту. Он большой, да? Да. Уменьшая спрута в два раза. Один, два, три. Да будет так. А так и есть. Он пьет еще пальцами своими. Влад, положи его на пол. Как ты умеешь? Сейчас у него как белая слизь выходит. Он... Житко. Что он что? Визжит. Визжит. Так, ты мне там не гадь в клетке, все равно это все на тебе останется. Итак, паразит, я тебя спрашиваю, на каком основании ты зашел в биополе человека, который прочитал намерение? Почему ты мешал человеку восстановиться и выставить защиту? Дракон разрешил. Дракон разрешил. Хорошо. Дракон, все. Твоя судьба сегодня предрешена. Открываем перед его клеткой портал в галактическое ядро. Один, два, три. Он видит этот портал, смотрит, как там красиво внутри, сожалеет о своем действии. Да, он очень сожалеет. Закрываем портал. Я не понял ни одного твоего слова, на каком основании ты зашел в его биополе. Я жду от тебя признания твоей вины. То, что ты в наглую решил наплевать на законы мироздания. Я осознался уже. До сих пор мы считаем вас глупыми. Ты уже был в этом биополе, дракон? Тело чистой энергии увидел. И манифесты видел? Да, видел. Ну, ты понимаешь, что ты сделал сейчас? Ты влез в божественный план. Ты помешал человеку связаться с Абсолютом. Я не знаю, тебя даже паразитом тяжело назвать. Ты просто преступник. Я этим и питался. Ну вот, представь себе, что можно получить за такое наказание, какое наказание можно получить за такой поступок. Как ты думаешь, дракон? Ты же про закон кармы слышал? Ладно, хорошо. Это мы потом узнаем после реверса энергии, сколько ты сначала украл, а потом мы уже будем решать твою дальнейшую судьбу. Хорошо. Так, и я даю команду на реверс энергии. Я даю команду тонкой копии Юлии проецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным пациентам, ответственным за чужеродные негативные патогены, низкие вибрационные энергии в ее биополе. Один, два, три. Начали выстраиваться каналы из сущности. Каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение этой чужеродной патогены, низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам. Чужеродная по отношению к Юлии, энергии страха, неуверенности, энергия. Всех болезней. Все, что она могла получить, возвращается к ним назад. Красная грязь идет к дракону. Как спрото серо белая Что-то плотное такое. Да, дракон. Плохо выглядит с тобой ситуация. Я не знаю. Пора, наверное, тебе надо военную полицию сдать, потому что ты просто паразит и преступника мне твое признание уже, честно говоря, не интересует. Если Юля, я ее спрошу, скажет, сбросьте с галактическое ядро сейчас за это нарушение, я его перед тобой открою. Это ее право. Печать дракона она должна выставить вместе с манифестом. И где она, она получит эту печать дракона? Говорит, что вы же где-то получили. Мы получили где-то и за что-то, и для каких-то целей. Я уточню. Честно говоря, не уверен. Если бы человечество имело возможность активировать печать дракона все люди, то у вас просто бы сегодня на завтра перестала существовать цивилизация. Вам бы просто жрать нечего было бы. Мы бы нашли другие ресурсы. Но вы очень доступны. Понятно. Но ты видишь, насколько мы доступны, где ты находишься, а где я? Кто из нас сидит в клетке? Раньше не было. Ну, раньше много чего не было. Так моя бабушка говорила в 99 лет, когда у нее, говорит, у меня спина болит. Раньше такого не было. Да, они собрали энергии. Устанавливается фильтр золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Юлия забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что не похитили, все, что не изъяли до последней капли, возвращает Юлия себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Пошла энергия. Итак, смотрим, кто что воровал. Вера, давай. Мне очень интересно, что воровал дракон. Фиолетовый. Вот спрут человеческий. О, спрут. Ну все, спрут. Влад, свяжи спрута, подвяжи его за ноги. Клетки, как ты это умеешь делать? Один, два, три. Спрут висит в клетке. Преступник. Живую энергию воровал у человека. Жизненную энергию. Чакры тебе было мало? Я не знаю, мне надо спросить наших учителей, как поступать. Он Отлично, очень хорошо он делает. Визгун. Он подвешен. Хорошо, молодец. И включается водопад с кристально чистой водой. Влад, зайди в водопад, помой себя после контакта с этой сущностью грязный. О. Хорошо. Уходит водопад. Благодарим его на свою чистоту. Хорошо. реверс закончился, Вера? Да. Хорошо. Так. И я даю команду. Значит, три. Все, что установил с, прут... а, с прута, мы полностью вытащили уже, да, Правильно? В самом начале? Да, да. Вытащи. Значит, дракон остается. И я даю команду, Все, что установил дракон на его чистоте в биополе Юли, сейчас силам его намерения начинает безболезненно выходить из всех семи тонких тел Юли. Один, два, три. Шар начинает крутиться, наматывает на себя все нити до последнего микрона. Все выходит чужеродное, остается только энергетика Юли. Ну как накидка какая-то красная слетела. Ой, ты и накидку поставил. И дракон получает удар. 150 тысяч герц удар. говорит, хватит меня мучить, я же все честно рассказал. А я же не видел, что ты сделал. Ты же мне за Накидка накид... готова. Ты за накидку мне не рассказывал? Ты мне не рассказывал, как ты ее заразил, дракон, а? Шар... Шар, готов. Открывается под шаром портал в галактическое ядро. Один, два, три. Шар улетает в галактическое ядро. Смотри, дракон, вот туда. Вот туда. Я намекал тебе сегодня весь вечер. Закрывай, печатай, растворяй. О. Хорошо, я сейчас подхожу к Юле, кладу руки на плечи. И силам его намерения сжигаю все каналы. Один, два, три удар. Открывается портал в галактическое ядро. И эти остатки улетают в галактическое ядро. Закрывай, печатаю, растворяй. Сколько Юлии надо энергии? Посмотри, пожалуйста, Вера. И подними ей вибрации сразу. Триста и двадцать пять. 325. Сколько у нее сейчас? Посмотри, пожалуйста. 64. И? Есть. Вы до 10 Гц опустили ей вибрацию, дракон, со спрутом. Вы до 10 Гц. И вы в 5 раз уменьшили ее энергию. Хорошо, вы сегодня получите достойную цену за это все. И я даю команду на счет 3 в макушку головы Юлии. Начинает входить 7 высокой В течение 25 Гц пошел подъем. Готово. Хорошо. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, усваивается. Распределяется наилучшим образом. Один, два, три. Готово. Хорошо. Я обращаюсь к Юлии. Юлия, вот эти два паразита, которые вам мешали жить. Как вы хотите с ними поступить? Как вы хотите поступить со спрутом и как вы хотите поступить с красным драконом? Это ваше право. Она говорит, что не может взять на себя ответственность и убить их. Все, что она хочет, это отпустить их в том виде, в каком они есть. Ты слышал дракон красный? Ты слышал спрут? Чтобы они запомнили и не а, приходили ко мне больше. Ваше слово закон. Это ваше биополе. Вы хотите так сделать. Так и делаем. И. Значит, 3 открывается сейчас портал на чистоте с прута 1, 2, 3 и вышвыриваем с прута из этой комнаты 1, 2, 3. Закрывая печатаю, растворяю, на его чистоту улетает. И красный дракон. Открывается наверху портал на чистоте красного дракона 1, 2, 3, он улетает на свою чистоту. Вышвыриваем его. Закрывая печатаю, растворяю. Есть и включаем высоковибрационные фиолетовые лучи 500 тысяч герц и вытесняем всю чужеродную энергию, она сгорает до последнего микрона. Остается только твоя энергия, моя и Юлия. Один, два, три. Готов. Все, Юлия, мы сделали, как вы просили, вы сейчас чистая, заправленная энергиями. Продолжайте дальше, выставляете защиту. Вы все правильно делали, вы просто она не Она успели... говорит, благодарю. Во благо. Хорошо, и будем возвращать вас в ваш биоробот. И на счет три возвращаем тонкую копию Юлии в систему биоробот-душа. Забудем, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Один, два, три. Готово. Хорошо. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Один, два, три. Я здесь.